Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в BioShock Infinite. У нас крайне нехорошие дела. Мы идем за Комстеком. Он выставил вообще всю гвардию, похоже, которая у него есть. Но, в принципе, Букер уже настолько заматерел. Спасибо. Что шансов у него, я так понимаю, не особо много, потому что, блин, Элизабет тоже, честно говоря, не в духе. Вот. Вот это, кстати, неплохо. Мы идем, и сейчас мы находимся в таком необязательном помещении. Мы его взломали, чтобы найти что-то хорошее. И, что характерно, нашли. Так, плюс к наскоку. Ненадолго дает неуязвимость при атаке. Вот, вот это мне пригодится. Я в последнее время люблю бодаться. И что еще мы можем взять? Ну, добавляет взрывной урон. Хватает, берем. Теперь он у нас полностью прокачан. Кутила дали мне. Ачивмент. Так. Розалинда Люц. 1909 год. Крыша дома Комстека. Брат поставил ультиматум. Если мы не отошлем девчонку назад, откуда взяли, он и я расстанемся. Там, где он видит пустую страницу, я вижу короля Лира. Но он мой брат, и я сделаю, что должно. Пусть даже все это плохо кончится. И он брат. Он это ты. Как из другого измерения. Пострепалось платьице, да? За то время, пока мы тут буяним. Так, давай пойдем. Что ли? И двигаемся вперед. Тут только что было страшное мясо, но это вы видели в предыдущей серии. Теперь тут страшного мяса нет. Одни хладные трупы. Booker, look. It's a shuttle that can take us to the hand of the prophet. Вообще, это просто эпичный пипец был, то, что я видел в предыдущей серии. Горящий Нью-Йорк, на который нападает Коламбия. Это было что-то с чем-то. Старая Элизабет. Так. Да сейчас, подожди. Карабин. Нет, пока не надо. Моя пушка в плане дальности получше даже будет. Ну что, поехали? Хотел он с вами. Вот. Дробовик вообще не понимает, зачем он в таких расстояниях. Я так понимаю, мы сейчас будем ехать, и на нас будет сыпаться всякая гадость. Так что приготовьтесь. Где он там? Я его не вижу. Не, а городу так посмотреть вообще полный пипец, да? То есть, ну, вообще, то есть он все сейчас упадет скоро, по-моему. Что? Вот он. Over there. It's Comstock's men. They're coming out to meet us. Так, надо прятаться, потому что товарищи неприятные. Даня. Даня. Свидание. Блин, так посмотрите, осталось то, что человеком с этой игрой. Кишки налево, кишки направо. Так, и надо, пожалуй, спрыгнуть, потому что эта сейчас штука упадет. Прыгает, конечно, Букер, как кенгуру заправский. Очень хорошо. Тихо, тихо, тихо. Ammo, take it. Here we go. Great. Нормально. Поймал. Another gunship on the left. Так, хорошо. О, да не одна еще причем.
flagship. О, у них там своя война. Отлично. Пойдем подружимся. Да они стреляют в упор у меня, дурак, что ли? А, давай. Да какой-то, посмотри, а. Падай. О, капец. Блин, надо было с него оружие взять. Ну ладно, упал. Это будет та еще заваруха. Да, зачем я сюда пришел? Дурак, что ли? Хватай. Ой, только не вот это. Падай. Все, товарищ, отбегался. Ты там что делаешь? You need this. Thanks. Да, спасибо, хоть Элизабет не трогает. Так, ну чё? Ушел. Хорошо, пока справляюсь, но посмотри, что летит. Капец, так. Ломайте к чертовой матери. Ой-ой-ой. Вот мы попали. Да. Ничего. Я не думал, что это получится пройти с первого раза. Так. Че, ребята? В упор-то никак, да? Так, доберите елку-палку. Не хочет. Тихо. Потихоньку, помаленьку. Всех размотаем. Я думаю, даже, знаете, вот этот, наверное, надо сменить на дробовик. Хотя нет, она мощнее дробовика. В упор. Так, ладно. There he is. We need to land below and fight our way up to him. Or we can just fly this thing to Paris. Just drop me off if you want to. This isn't your problem, Booker. I won't abandon. Полетели уже. You wouldn't. Ты ж в Париж хотела. Look, there's skylines all over the surface of the flagship. They're covered with those motorized Patriot pods. Well, that must be where they're deployed from. I wouldn't go near those lines while those pods are in place. Comstock is at the top of the ship. Let's head up. Ну, это будет. Look at Doomwind, child. There's something about him that you just can't put your finger on. Soon you'll understand. Open it! The man I am, and the man he isn't. Отлично. Вот сейчас мясо будет. Ой-ой-ой. Смотри, живучие такие. Хороший перк у меня выручает. Ah!
блин, косой. Можно было бы их использовать мне так спокойнее. Пусто? Передайте привет человеку-соседу, как обычно. Как он задолбал. Так, ну, я считаю, что нужно их подкидывать в воздух. Сжечь к чертовой матери. Сейчас проверим, не волнуйся. Так, отмычки. Зачем их дают так много? Я что-то не понимаю уже даже. Так, улучшение на ручную пушку имеется. Это не оно? Подожди. Нет. Ну, хорошо. Давайте вот это пока прокачаем. Я вообще и так часто пользуюсь и совершенно не качаю. Странный человек. Карбинчики. Кто там? Спокойно. Да где он? Наверху, что ли? Кушали тут, смотри. Мы тут явно нежданные. Ладно, пойдем накажем. Оп. Это было криво. Сквозь стены кидаешь, отлично. Та сторона тоже имеется. У-у-у, ребята. Мне нужен дробовик. Ой-ой-ой. Последний бой. Что ж ты? Все. Всем раздам. Чего здесь точно в достатке? Так это патрончиков. Мясо. Нормально. Здесь даже размышлять даже не на чем. Тупо не успеваешь, слишком много врагов. Наша работает. Давай. Надо их сюда заманивать. Не впаду. Че стоим? Кому ждем? There's no way up from here. Like the only way we're reaching Comstock is over the skylines. Дай смотреть смоленько. А нет. Потом заберусь. Все, не лезет уже. Booker,
The skylines lead up to the next deck. Это хорошо. Through the line of those pods, we could use them to gain access to the upper decks. Я сейчас соли хотел взять. Хотя у меня полный, зачем его брать? I have seen the seeds of fire that will prepare the Sodom below for the coming of the Lord. Так это корабль вторжения, если подумать, да? Они поверхность бомбят. That job falls to you, Elizabeth. That job falls to you. Так, отлично. Follow me. On one side of our land stands the false shepherd, and the other, the remnants of the heretical Vox Populus. Which one of you men will not gladly go to his reward to see her safely to her destiny? Rejoice! Death has no sting. Да. Так, ну чё? Будем убивать. Здесь нет такого места, где можно было бы укрепиться, поэтому придется тупо отстреливать. Тебя, говорит, хребта нет. Сейчас посмотрим. Товарищ, который говорил, что у нас нет крипта, помер. Давай. Ну, вроде все довольны. Блин, я что-то напрягся так. Конечно, поздновато, но ладно. Без этого справились неплохо. Кто-то где-то я еще слышу. Приготовьтесь к пришествию Бога. The Lamp исполнит мою судьбу. The Lamp, то есть семя или... Ну, вы поняли. Дитя, короче говоря. Капец, винты. Целая флотилия. Угу. Сейчас мы все поломаем. Что-то у меня такая уверенность уже в своих силах, потому что справлялись совсем, да? Патрончик надо купить. Help me out with this lock. Seems easy enough. There you go. Вот. Нужен ли он мне? Ну, я думаю, лишним не будет. Солей не нужно. Новое обмундирование. Я думаю, хорошее. Мне так кажется. Прыжок с аэротрассы на время дает неуязвимость. Ну да. А, так, а у меня что? Обойма увеличена на 50. Давай поменяем, что? По-моему, прикольная вещь. Тихо, что за звуки? Не, они явно приготовились тупо бомбить все. Смотри, сколько тут этой штука. Этого штука, сказал. Этих штук. Так. Я просто пробую по-новому взять соли, потому что, возможно, я там скушал еду, и у меня соль убавилась чуть-чуть. Так, чисто. Потому что на миллиметр. Вот. Ну, хорошо, ладно. Идем вперед, и вроде бы никого тут больше нету, кроме пулемета того. Хорошо. Can you open this? Okay. There. Ой, только не вставай, пожалуйста. Хотя у него головы нет. А вот и головы. Сборочный цех, то есть линия, смотри. Ага, понятно.
Прям тут, то есть, безостановочно. Собрали и вниз пинком. Воевать. Ой, какой суровый. Так, Розалинда Люц, 909 год. Длань пророка. Наше изобретение показало, что девочка станет той искрой, которая спалит мир. Брат говорит, нужно обратить все вспять. Но время океана не река. Зачем гнать волну, если она все равно сойдет на нет? Our contraption shows us the girl is the flame that shall ignite the world. My brother says we must undo what we have done. Time is more an ocean than a river. Why try to bring in a tide that will only again go out? В чем-то она права. О. Тихо. Блин, я постоянно пугаюсь этой штуки. И никогда ее не использую. Давайте ее снимем. Все равно толку-то. Так. Поставим лучше... убийство врага. Вот это полезная штука, кстати. Потому что убивают на раз. С местным оружием местные враги. Пистолетик будет для обычного боя. Ну давай. А пулемет на случай отвлечения. Пошел. Something's wrong. Why are they dropping so slowly? I don't know. We have to wait out. Так, пулемет. That's one quarter of the pods ejected. That's all? Давай, давай. Все, кажется. Так, в орешки. Он мать. Так падает уже, ну. Пушка все кончилась. Давай. С той стороны, я так понимаю, тоже набежал, да, уже? Как все хорошо. Давай, давай, вылезай. Офигеть. Да, япона, мать. Все плохо. Так, тебя лучше всего ломать прокачанным наскоком, на мой взгляд. Ух, это похоже. Не поможет. Жив. Я не могу бежать. The only way up is the skyline. That's a surprise. I'll see what else I can find. Да. Давай, пошел, 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 пошел. Ай-яй-яй. Где ты, сволочь? Вы пока там подождите. У меня здесь пассажир. Фу, передохнем чуть-чуть. Да. Приехали, называется.
Так, ну ничего. Все будет хорошо. Минус один? Нет, не минус один. Сейчас, сейчас все будет. Давай. О, вошло. До свидания. Ну, ладно, что. Живы будем, не помрем. Это было сложновато. Но с другой стороны, если бы пришла та механическая горилла, вот это было бы дело. Блин, зачем мне перезаряжать? Ну ладно. Патронов набрали. Красота. Фу, так, ладно, поехали выше. I may be the one who strikes you down, DeWitt. But you've always had a knack for self-destruction. Who's to say you won't beat me to the punch? Откуда вот, откуда Комсток знает настолько много про Букера? One more deck. Let me take care of this on my own. No, I'm going with you. Посмотри, какая упрямая. Так, ну хорошо. Со мной как со мной. О, я предчувствую. Знаете, это что напоминает больше всего? Это так. Это Comstock is one deck up in the Prophet's cabin. Он четвертый, там мостик уже. Напоминает финал пятого Резидента, там было примерно подобное по архитектуре место, и там было много геморроя. Сейчас, я думаю, его будет не меньше. Блин, надо было снайперку брать. Карабин не катит, картечница, отстой. Так, ладно. Ну чё, потихоньку. А вон он уже ходит. Ну, ладно. Да, блин, я думал попаду. Ой. Вспомнишь, как говорится, говно, вот оно. Таких проблем у меня еще не было. Сейчас начнутся настоящие. А, психопат. Отлично, спасла меня от удара. Ой, тут еще совсем печально. Твою мать, я психопат. Я боюсь эту тварь просто до ужаса. Так, пулемет можно выкидывать. От него уже полку ноль. Да. Готов почти. Давай. Спас. Фух, хорошо. Ну, давай. Чё? Где он?
Go ahead. You bet. А здесь такая была? Капец. There. All right. Давай там. Намудри что-нибудь. Кто там прячется? Поговори мне еще. Нормально. Блин. Ну, ладно. Фу. Размотали. Я, честно говоря, не верил, что с первого раза получится. Просто как это гориллы появляются, у меня сразу все паника. Слишком вот страшно. Но на деле оказалось, что можно при желании. Если осторожно. Че, сейф? А, понятно. Дробовик, ну, лучше, чем пустой пулемет, явно. Чего? Шо? We can take that skyline to the prophet's cabin. Вообще так подумать, да, вот в последнем уже как бы рывке вот в этом смысл гораздо меньше, чем во всей остальной игре. Там постоянно что-то подкидывали в плане размышлений. Здесь идет тупо мясо. Но с другой стороны, это оправдано, потому что мы идем за задницей Комстика. Он уже близко, он это чует, начинает говорить гадости по рации, прям как какой-нибудь Азмодан в Диабло 3. Вот. Его проблемы. Хотя нет. Не буду ничего качать. Так, и мы идем. А, вот, куда мы идем. Наверх. Я так понимаю, все. На ту самую. Some sins can't be forgiven. Так, подожди. Мы сделали круг. Хорошо. Мы сквозь стену проехали, ну-ка. Я что-то не понял. Окей. Так, нам нужно где-то здесь. Походу. Ай, есть ты. Все понятно, я просмотрел просто. Ох, так. Ладно, давай. Сейчас посмотрим, кому прощение нужно будет. Я бы, честно говоря, зашел сначала сам, потом и лезвие подпускал. Потому что мало ли что там стоит кто-нибудь с дробовиком. What's this? A siphon. I saw this there. I could hear you singing from above. And the machine came to life in response. And then in my mother's grave there was a smaller one. They were draining me. Maybe that's why I can't. Can't what? When I was little, I used to be able not just to open tears, but I could create new ones. To anywhere I wanted to go. But in the tower. Что? Такое ощущение, что он нас ждал. Интересно. Stand back. I'm ending this. Booker, no. This is between me
and him. You are walking into a trap. I need to do this. Вон он, come here, child. Oh, come on, I don't bite. My, oh my, how you have grown. Tell me, what am I? Look at you, child, you're hey, a mess. Hey, let go of her. Elizabeth, everything I've done to keep you safe. Safe from what? Seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of man. But the archangel revealed something else. Beware, prophet. Beware the false shepherd, Booker DeWitt, for he shall be as a wall between her and destiny. Why? DeWitt, I'm a fool. I've sent mighty armies to stop you. I've rained fire on you from above. I did all of that to keep you from her, when all I needed was to tell her the truth. Ask him, child. Ask him what happened to your finger. Ask DeWitt. Let go of me. Ask him. Ask the false shepherd. Да какого черта вообще? She's your daughter, you son of a bitch, and you abandoned her. Was it worth it? Huh? Did you get what you wanted? Booker. Tell me. Booker. Tell me. It is finished. Nothing is finished. Booker. You lock her up for her whole life. Booker. You cut off her finger and you put it on me. Booker, stop it. You killed him. What did he mean? Huh? You tell me, what did he mean about my finger? I don't know. I just assumed you were born with it. I don't know. Your nose. It's bleeding. What? Elizabeth, I swear to you, I have no idea what he was talking about. You do. You just can't remember it. No. I'll prove it to you. We'll destroy the siphon. The answer's behind one of your doors. You just have to open it. Destroy the siphon? It's the entire tower, Booker. How are we gonna do that? I don't know. But I'll think of something on the way. Вы видели, да? Как меня накрыло. Кровь из носа пошла. Я был прав насчет комстока, судя по всему. Но пока что они прямо об этом мне сказали. Комсток, все. И сейчас перед нами явно откроется что-то нехорошее. Не та эта игра, чтобы хорошо заканчиваться. Тяжко что-то как-то на душе, тревожно. Я просто понимаю, что сейчас произойдет что-то, что оттолкнет Элизабет от Букера. Вот она. Красиво. Can you unlock this? Знаете, что я думаю, мы сейчас этот дирижабль влупим в сифон. Кейдж, what is that? No, what? What is she trying to tell us? Кейдж, I'm missing something. They knew what was best for us. Booker? They said they knew what was coming next. Booker! Did you see this coming, old man? Okay, we gotta get ready. I think they mean to board us. You ain't gonna place your daughter on the bird. Соловей, давай зови. What are you doing? We have to sing to him. Sing to who? Elizabeth, stop it. C-A-G-E. It's not a word, Booker. It's a song. Пришел.
О, опять мурашки. One last thing. Please. Go. Go. Go, go, go! Booker, he'll help us. We can use him against the Bob's fleet. Rocket, Booker! Последний бой. Теперь вы можете отдавать приказы Соловью и направлять его на врагов. Для атаки выберите любую выделенную цель. Нажмите «Понятно». Капец. Это требует перезарядки, я смотрю. Да, не. Booker, gunships! Get ready! Ammo, catch! Ох, что будет, ох, что будет. Добрет, я застрял. Давай, давай, давай. I can call some. Обалдеть, сволочь какая. Ломай к чертовой матери, ушел, смотри. There's more of them. Сейчас убей. Ох, тут еще есть. Хорошо. On it. Tell me where to send him. Сейчас, сейчас, сейчас. Заберите винтовку, ёлки-палки. I need the bird. Нормально. Вот этих ненавижу уродов. Сейчас, родная. Смотри, какого черта. Ломайте. Улетел, смотри. Нет, не улетел. Смотри-ка, я сбил ракету на лету. Такое бывает. Much obliged. О, так, ладно. Надо спускаться, тут долго не посидишь. Еще? Могу добавить. Это оно летит? Zeppelin! Как его можно сломать? Go for the Zeppelin! Ой, ой, как страшно! Фигеть, мальчик творится! Ой-ой-ой-ой!
хорошо, что он на нашей стороне. Хотя тут не хватало. Вот сейчас нам нужна помощь соловья по-любому. Косой. Соловей, приди. Не придет. Вот это надо ломать. Сейчас, сейчас скоро он придет. Все будет хорошо. Да блин, давай, 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 давай. Ну приди-то уже, нет? Самому-то мне стрелять. Хотя нет, тоже могу ломать, оказывается. Задание провалено. Понятно, защищать надо. Блин. Ладно, будем знать. Да стоять, хватит это делать. Че, все что ли? Да. Конечно, неплохо. Ой, блин, это был просто пипец. Но ничего, справились. Я, конечно, не верил, что получится, но получилось. Где ты там был? Где ты есть вообще? Это Нью-Йорк? Или... Ладно, на носу корабля. Не тут ли? Да нет. А, все, понял. У меня после такого боя уже просто голова шокирована. Нет, посмотри, я... Я не совсем понимаю, зачем нам показывать. Нам же вот сюда нужно. Нет? На носу корабля. Я совершенно просто уже тупой. Япона мать как сверлит. Прошу прощения за это, я ничего не могу с этим поделать. Так, ну и что, и катимся мы. Айда, покатились. Посмотрим, куда они нас приведут. А, что сюда? Booker, come here. What? What is it? Look. You can use the songbird to bring the whole damn thing down. Destroy the siphon. And that's what you want. It's the only way we'll find the truth. About my finger, Comstock, everything. Я, честно говоря, побаиваюсь делать это. Tear it down. Tear it all down. The Whistler! Elizabeth! The bird, Elizabeth! I lost control! He's coming! No, he isn't. Where is he? Where is he? Oh, так. Под водой. It's okay. It's all right. I'm here. Это мы и находимся там. Да офигеть. Элизабет, I'm sorry. Это мы в Рапчере. Охереть просто. Блин, это... Я уже думал, игра меня ничем не сможет удивить, но... This way. What do you mean it's a doorway? Where are you going? Oh, come on. Yes, it's
this way. What Comstock said about your finger. Is there an answer here? Do you... Down here. Да подожди. Сосед, я когда-нибудь... Ладно, я не буду ругаться. Over here, Booker. Путешествие в Батисфер запрещено. This is where we have to go. Вот здесь Why? Начинался What is going первый on? Elizabeth, what do you mean this is a doorway? I'll have to show you. Вита Чембер, офигеть. Вита Чембер, если кто не помнит, это место, где мы оказывались после смерти. Да. Просто мост такой... И в очередной раз треснул. Соловья жалко на самом деле. Крутой был. Рапчур. Офигеть. Офигеть. City at the bottom of the ocean. Ridiculous. Ну да, город в небесах, это нормально. Тот самый маяк. Thousands of doors. All at once. My God, they're beautiful. What, the stars? Come on. Come on, it's this way. Come on. Я просто в шоке. Я помолчу. Are you going to open it? Oh, it's no good. Damn it. I thought once we were here, I could fully control it. I thought... What is that? It's a key. Where did it come from? It's always been there. I just couldn't see it. Да. See? Not stars. They're doors. Doors to... To everywhere. All that's left is the choosing. What are all these lighthouses? Why are we... There are a million worlds. All different and all similar. Constants and variables. What? There's always a lighthouse. There's always a man. There's always a city. How do you know this? I can see them through the doors. You, me, Columbia, Songbird. But sometimes, something's different. Yet the same. Constants and variables. Yes. Нет слов. Я уже много всякого думал о концовке, думал, придется там как-то. Блин, я просто вообще. Look. Us. Not exactly. We swim in different oceans, but land on the same shore. It always starts with a lighthouse. I don't understand. We don't need to. It'll happen all the same. Why? Because it does. Because it has. Because it will. There are so many choices.
They all lead us to the same place, where it started. No one tells me where to go. Booker, you've already been. Вон еще бежим. Очередная дверь. Очередной шок. Wait a minute. I know this place. I was here. It must have been 20 years ago, right after Wounded Knee. I was looking for... Come on now, time's a-wasted. Why were you here? Are you ready to have your past erased? Are you ready to have your sins cleansed? Are you ready to be born again? Take my hand. No. No, I don't want to. You already did, didn't you? Ну ладно. Are you ready to be born again? I am. Do you hate your sins? I do. Do you hate your wickedness? Yes. Do you want to clean the slate, leave behind all you were before, and be born again in the blood of the Lamb? Jesus, wash this man clean. Wait. Father, make him stop born it. Again. Lord, stop it. What are you doing? Do it. Get off me! Get off! Son! You didn't go through with it. You think a dunk in the river is going to change the things I've done? Let's get out of here. Hey, these doors of yours, they're all tears, right? Well, open one up. Open one up to Paris. I want to be shut of all this. Not until we find Comstock. Comstock's dead! No. He was here. This way. Я, честно говоря, вообще уже ничего не понимаю. What of my debts? Bring us the girl and wipe away the debt. Lutz, this точно. Is the man who hired me to find you. Really? Yes, the girl for the debt. Wait, wait, no, this is wrong. What is this? There was no baby. Это Элизабет. There was no baby, and if there was, I sure as hell wouldn't give it over to this guy. Booker, you don't leave this room until you do. Do it. Time is running short. Bring us the girl and wipe away the debt. Отдать ребенка? Да вы издеваетесь. Почему у меня нет другого выбора? Я бы хер отдал ребенка. No. You can wait as long as you want. Eventually, you'll give him what he wants. How do you know all this? I can see all the doors, and what's behind all the doors. And behind one of them, I see him. Comstock. What choice do I have? The debt's paid. Мистер Комсток washes you of all your sins. То есть они забрали ребенка. Элизабет, дочь Букера. Bring us the girl and wipe away the debt. There was no baby. The deal was I go to Columbia to get you. Booker, you're bleeding. Oh, I remember what I remember. Now we've upset him. I don't expect this next bit to be much for his mood. Come on.
Дела. What are we doing here? Comstock's dead. We can just go on with our lives. You don't need dead? To... You mean like Chen Lit? Like Lady Comstock? No. He is alive in a million, million worlds. It's not over because the Prophet is dead. It will only be over when he never even lived in the first place. Дэвид, принеси нам девчонку. Избавься от долгов. Это твой последний шанс. Hey! Hey, the deal's off! You hear me? The deal is off! Give her back! Give her back! Fine, are you mad? No, you will not be on the... Give her back, you son of a bitch! It's ready! Go! No! No, no, no! Shut down the machine! No! Shut it down! Shut down the machine! Now do it! Give me back my daughter! No! Вот она. Anna. No. No. I'm sorry. I'm so sorry. Anna, I'm sorry. Ну, теперь все понятно, да? Насчет Элизабет. This room with your regret for almost 20 years until one day a man came to you, offered you a chance at redemption, a chance for us to be together. А Д это, по-моему, Анна Дуит, получается, вырезал себе на руке имя дочери. Элизабет, это она на самом деле. I told you it would work. We already know it works. The question is... Anna. Anna. I'm so sorry, Anna. You suppose he branded himself as some sort of penance? Mm, sure. Don't see the point. Sorry. Done is done. What's done will be done. Mm. I suppose the brand is his hair shirt, as he is ours. Wipe away the debt. Bring us the girl. Wipe away the debt. Bring us, see? Bring us the girl. He's starting to put his story together. Wipe away the... You're quite fond of this theory of yours. He's manufacturing new memories from his old ones. No? Wipe away. The brain adapts. Bring. I should know. Bring us the I girl. Lived it. Wipe away. Booker, wake up. Booker, wake up. This is where it started. I sold you. I sold you. To your credit, you did try to weasel out of the deal. This is all Comstock's fault. What if I went back? Killed him before he did any of this? Things get set in motion. How would one know how far back to go? That's the only way to do it. Go back to when he was born, and I'll smother this son of a bitch in his crib. Я просто перевариваюсь. Я замолчал, я пытаюсь переварить то, что у меня только что вывалили. Нет, я предполагал, конечно, что Комстик это и есть Дьюит, но чтобы настолько все закручено, это... Это да. Booker, are you sure this is what you want? I have to. It's the only way to undo what I've done to you. Booker DeWitt, are you ready to what be born again? Why are we back here? This isn't the same place, Booker. Of course it is. I remember. Wait. Are you ready to leave behind all you're that not... has gone before? Wipe the you're slate not... clean. Who are you? You chose to walk away, but in other oceans, you didn't. You took the baptism. You hate your sin? You were born again as a different man.
gosh, Dad. It all has to end, to have never started. Not just in this world, but in all of ours. Smother him in the crib. Smother. 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 Before the choice is made. Before you are reborn. And what name shall you take, my son? He's Zachary Comstock. He's Booker DeWitt. No. I'm both. Они его убьют сейчас. Да, убили. Офигеть. А с другой стороны, как это по-другому было все решить, верно? Место, откуда все началось, стартовая точка. После того, как он принял крещение, он стал фанатичным и стал именно преследовать цель создать общество такое, в котором не пришлось бы там за долги. И в итоге, как видите, это во что все вышло. Блин, у меня голова просто взорвана. Во-первых, она взорвана великолепным сюжетом. Во-вторых, она взорвана... соседом я хотел бы обозвать. Извините, если кому-то мешает этот звук. Сейчас я пойду и убью соседа, что мешает писать. В общем, что я могу сказать по игре? Не могу сказать, что я полностью понял концовку. Такое нужно переварить. Я буду думать об этом, чувствую, целый день и пытаться как-то свести там одно с другим. Но в целом понятно, что в итоге они вернулись к тому месту, к отправной точке, с которой, собственно, и пошло все это дело. И именно, то есть, помирев в этом месте, он уже был остановлен, цепочка событий, которая привела к созданию множества этих миров. И я вообще просто в шоке. Ну что я могу сказать, это великолепная игра, это не просто великолепная игра, это шедевр, на мой взгляд. И точно, наверное, игра масштабом Half-Life 2, которая в свое время была, ну она и сейчас, жемчужиной жанра. Ох, это не игра, это явление. Сюжет, блин, по нему можно диссертацию писать. Это тебе не тупой Call of Duty, это гораздо сложнее, чем, скажем, тот же первый BioShock. Разработчики явно выросли над собой, и они не просто вот сюжет закрутили, они именно еще научились удивлять, когда я попал, там, допустим, в Rapture этот, в восторг город. Я вообще чуть не умер от удивления. Такого, блин, ну, просто не ожидаешь. И то, что в итоге произошло за последние минут 30, оно совершенно не свойственно как для индустрии в целом, так и для этой игры в частности, потому что произошло что-то совершенно не похоже на то, что происходило в игре в целом. Но при этом логично такое расширение, такое... Блин. О, как зарядил. Нормально. Я нажал на крестовине вниз, и она запустила последний. What we have done. Time is more an ocean than a river. Why try to bring in a tide? Давайте дождемся окончания титров, посмотрим, будет ли там что. Мне кажется, после такого должно быть какое-то послесловие, потому что больно уж мрачно все закончилось. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Еще раз извиняюсь за технические сложности. Но в целом мне просто очень понравилось. Спасибо, что все это время были на канале. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока. Oh, I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it, I'll make it so sure about it. Nobody knows what I'd be without you, without you, without you.
Anna? Is that you?